Акулов не достал, достал Байчат. Эту шайбу, бросок в ближний угол. Ежов даже немного выкатился для того, чтобы среагировать на этот бросок. Так, выброс шайбы и удаление у Лады. Тольяттинцы протестуют. Аблс негодует. Что-то на латышском было сказано непонятное сейчас. Костромитин поедет на 2 минуты. Второе удаление Лады в этом периоде. Давайте смотреть. А, что? Какие вопросы? Я не знаю. Вопросы у Лады у меня никаких. Нет, так вот, какие вопросы и почему там надо ругаться? И Костромитину в том числе. Ладно, там Аблс мог не видеть. Действительно, это справа там было. И достаточно далеко, метров, наверное, 25. Но чистый выброс.